это самая серьезная программа на российском телевидении. Мы делаем все по жесткому сценарию, потому что мы импровизация! Да нет у нас никакого сценария. Более того, у нас и людей-то нормальных нет. Есть только эти четверо. Yeah. Это мы, это мы! И наши гости. Сегодня у нас в гостях Алексей Чумаков и Юля Ковальчук. Привет! 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 Привет. Что они делают? Ребята, аплодисменты, они здесь, они с нами. Слушайте, мы вам рады. Вы у нас не первый раз. А те, кто у нас не первый раз, наши любимчики, что мы можем для вас сделать? Что-то отрекламировать, позвать на концерты, сказать, что у вас новая какая-то шоу-программа? У меня 20 ноября 2020 года, то бишь в этом году, ну, собственно, как каждый год, 20 ноября, Крокус Сити Холл, новый концерт с новой программой и известные песни. Короче, запомните, 20 ноября Чумаков в Крокусе. Давайте начинать. И шляпа. Распределяйтесь, распределяйтесь, давайте распределяйтесь. Я достаю бумажечки, мы их вместе с вами добиваем, заходики, а вы добивочки. Неподходящий момент для того, чтобы... Пукнуть. Все, давайте. Я Алексей Чумаков, привет, Крокус. Фраза, которую странно произносить во время сильнейшего шторма. Ура! А, господа, есть у кого-то зонт? Буквально. Ай, молодец. А, дайте путаницу, я посмотрю, тушь не потекла. Дорогой, я уже вся мокрая. Слова, которые странно услышать от... Ну пусть по очереди будем, да. Бегемота. Любые другие слова нормально, а вот эти пускай странные слова от бегемота. Юля, тебе не кажется, что я поправился? Браво. Обезьяна. Обезьяна! У тебя жопа красная. Слушай, ты уже объективом в лицо мне тыкаешь, а? National Geographic, ну попозировать тебе, что... О, хозяин. Гулять, Неадекватный поступок где? В солярии. О, неадекватный поступок в солярии. Давайте. Эй, дай картонку раздуть надо тут сюда это. Вообще. Так, а вы зачем меня песком засыпали в чем? О, ультрафиолет. Проверю, деньги не меченые. Кстати, почему неадекватно? Кукуруза щурчхела. Кукуруза. Что-то холодно прям. Больница для... Для веселых бабушек. Степаненко, проходите, пожалуйста. Тамара Никифоровна, ну вы что, флюорограмму сделали? Сделали. Кварцевание было. Все, пройдемте на экстази. Пройдемте, пройдемте. Пойдемте. Все, пойдемте. Ой.
Ну чего? О чем лучше не говорить с кем-то? С дворником. Слышь, Федорович, скажи, Мерин, какой комплектации лучше взять? Полноприводный или заднепривод? Или я еще выбирал другие тачки? Вот смотри, у меня есть Bentley, Rolls-Royce. Тоже думаю, что брать. Вот. Что говоришь? Жвачка с мятой? Какая в жопу жвачка с мятой? Смотри, вот еще думаю взять самолет или так остров. Какие меня, острова да? посоветуешь? Мытище — это не остров, дурак. Смотри. Вот. Худший корпоратив кого? Худший корпоратив проституток. Депутат на шесте, здорово, конечно. Да, прикольно, прикольно. Уважаемые гости, встречайте наше горячее блюдо, Елена. Что за корпоратив? Все равно работаем, только еще со скидкой. Ну давайте, финально. Странная реакция на проктолога. Ну что ж, как вы поняли, семейка у нас сегодня непростая. Теперь я вам. Доктор, у вас золотые руки. Достаточно! Ковальчук, Чумаков, Ковальчуков у нас здесь в гостях. А новости. Ребята, сейчас Арсений придет сюда, ушки свои закроет вашими невероятными песнями, а мы пойдем и ребятам раздадим роли и характеры. Но сразу хочу сказать, что Арсений у нас будет ведущим новостей, Шестунец будет соведущим новостей, прогноз погоды проведет Сережа, а Дима будет ведущий спортивного блока новостей. Арс, ты можешь приходить сюда, а мы пойдем туда к ребятам. Шастун, давай с тебя начнем. С меня начнем, давайте. Да. Леш, какая у тебя любимая телепрограмма? Ну, давай, давай. У тебя есть любимая программа? Давай поженимся. Да, давай поженимся. Давай поженимся. У меня кайф. Смотри, тебя недавно уволили с программы «Давай поженимся». Не вопрос. Кто ты был, неважно, решай сам. Диман, тебе загадываю. Юль, вот за что чаще всего критикуешь Лешу? За то, что он все время опаздывает. Все, ты развелся с женой из-за того, что все время опаздывал. Кого сложнее всего пародировать? Ты же вот всех можешь, но вот кого сложнее прям всего? Сложнее всего мне было Джастина Тимберлейка. Сереж, ты нет, человек, нет, который... Нет. Который учится пародировать Джастина Тимберлейка. Давайте начинать, поехали. Подожди, что? Секунда. Кто? Тимберлейк, как выглядит? Кто это? Кто такой Тимберлейк? Ты не знаешь, такой Тимберлейк? Тимберлейк. Джастин, он, это, я слышал про него. Это кудрявый из NSYNC, если ты помнишь. Он в кино снимался еще, да? Он в кино снимался. Танцует круто. Круто танцует. Танцует. Давай, Сережа, удачи тебе. Погнали. Здравствуйте, в эфире новости, в студии Арсений Попов. Коротко о главном. Причиной микроинфарктов становятся микрозаймы. С этой микропроблемой разбираются микробиологи. И к основным новостям. Всем здравствуйте! И самая главная новость, что я лишился работы! А это я придумывал все сюрпризы жениха! Это я! Я! А потом я очень быстро переодевался в женщину и предсказывал астрологические прогнозы! И это все делал я, как вы могли, суки! Что ты так на меня смотришь, а? Тебе с козерогом никак нельзя, по лицу вижу! А что ты подготовил? Песню подготовил! Подожди секунду, я сбегаю в комнату жениха! А, урод, понятно! Песня!
Что там с новостями спорта? Уже два? Уже четыре. Юля Ковальчук ушла от Алексея Чумакова к Илье Ковальчуку. Так сказать, Ковальчуки воссоединились, фамилию менять не надо, очень удобно. А потому что все бабы! Твари! Что вы на меня смотрите? Я смотрю, потому что жду прогноз погоды. С новостями прогноза погоды нас знакомит мой соведущий студии. Hello, people! Немного о погоде в Сочи. Here! In the sea! Намечается небольшой ураган. И по морю будут такие барашки-кучеряшки, как у меня на голове. К новостям шоу-бизнеса. Я слышал, что в нашей стране очень хорошо работает авторское право. Так вот, я понял, что я запатентую фразу «гомосек-гомосечина», которая чуть по-другому звучит, потому что это я придумал. Если крупно посмотреть на Гузееву, я из-под стола говорю. Вот так. Все. Посмотрим, как они попляшут без главного своего мимасика. Посмотрим, кто их будет смотреть вообще их будет. Посмотрим, что у нас там у наших биатлонистов новости спорта. Да. Че ты мне звонишь? А потому что не надо назначать свадьбу в 17... В смысле в 16:00 она была? Завтра в 6 утра? Нет, давай в 4 утра, чтоб я наверняка был у ЗАГСа. Да, да. Все, клади трубку. Сука, опоздала. У биатлониста все хорошо, особенно хорошо у африканского биатлониста, который уже 3 дня не может доехать до финиша, но я за него. За него, собственно, как и мы, за погоду в регионах. С удовольствием послушаем, какая она. Зачем вам эта погода в регионах? Смотрите на мои танцы. Я там еще, ну, я бы сейчас еще спел, но я не до конца выучил текст. Там, maybe now nations, natural. Ну, он там... Спасибо огромное, это были все новости к этому часу. И давайте я вас познакомлю с моими соведущими в студии. Мой соведущий в студии, человек, который, собственно, и является автором всей передачи «Давай поженимся». Я нашел новую работу, если что, всем привет. Ага, ля-ля-ля, ребята. Мой соведущий в студии, человек, просто которого уволили из программы «Давай поженимся». Так круто. Да-да. Скажите, а вы же работаете на «Давай поженимся»? А, было дело, а что? Как всегда, я вовремя, конечно. С новостями спорта нас знакомил человек, который опоздал на собственную свадьбу. Я стал замечать, что раньше у ведущего спортивных новостей было кольцо на безымянном пальце, а сейчас нет. С новостями спорта нас знакомил человек, который не умеет планировать свое время. Я про кольцо тебе зачем сказал? Ну, от этого все остальные проблемы. Я же смотрю сразу вглубь проблемы. Не надо смотреть вглубь, ты посмотри вот так вот. Мужики. Да. Как я кое-что понял. Что? С новым 2018 годом вас. Спасибо. Спасибо. Hey, man. А ты прям молодец. Так сказать, в ногу со временем идешь. Шага. С новостями спорта нас знакомил человек, который развелся, потому что он не в ладах со временем. Потому что не умеет, всегда опаздывает. И вот теперь самое легкое. А с новостями погоды нас знакомил человек, который выучил английский благодаря... Просто! Тун!
Я, как человек, который читает частенько новости шоу-бизнеса, понимаю, чем увлекся наш коллега. Так сказать, плачет по нему речка. А с новостями погоды нас знакомил Ривер Край. Hey man, you know English? Я как человек, который читает новости шоу-бизнеса, еще знаю, помимо того, что плачет по нему речка, у него еще и секси-зад. С новостями погоды нас знакомил невероятный фанат Джастина Тимберлейка. Нет, я слышал, что молодой человек ходит в школу. Новостями погоды нас знакомит человек, который учился у Джастина Тимберлейка. К нам идет циклон. Смотрите. Помогил, друзья. Отвратительно. У нас плохо. Сейчас... Very bad. Stop it! Отсюда вечер. Я эти слова от человека с кудряшками никогда не слышал. С новостями погоды нас знакомил человек, который... пародирует, учится... пародировать Джастина Тимберлейка. Юлия и Леша у нас в гостях, озвучка. Сейчас вы разойдетесь на два разных конца сцены, мы вам разнесем стульчики, вы сядете с микрофончиками и будете озвучивать все действия, которые делают ребята. Ребята будут существовать внутри импровизации, а все звуки, которые касаются действий, будут озвучены вами. Пожалуйста, Шастун и Матвиенович, вперед! Шастун, ты муж, Сережа, ты жена. После того, как молодая пара сходила в гости к соседям и увидела их ремонт, они решают сделать у себя еще круче. Озвучка. Понесла. Так, Саша. Да. Я не хочу эти обои. Вот все. Все, обоев в нашем доме не будет. Давай срывать. Мы их только поклеили. Ну и что? Хорошо. Сейчас обои не модно. Надо срывать обои. Ты зачем окно открыла? Чтобы свежо было. Хорошо, ладно, чтобы свежо было. Обои не нравятся? Обои сдираем. Почему у нас снег в квартире? Намело. Я же окно открыла. Вот и закрой окно. Закрылось. Сдираем обои. Ой, Саша. Я понимаю, что мы долго вместе. Да и все, заткнись. Вообще, надо сначала смочить стену, чтобы обои сдирать. Вот. Как ты разбираешься тонко в ремонте. Мне всегда это в тебе нравилось. У нас всегда кран пел. Берешь кисточку. Дай сюда, мужику. Ой, ты там такой мужик, знаешь. Сейчас все сделаем. А? Тебе взбить тесто не надо? Не надо. Я раз уже стою, нет? Где у нас скребочки? Слушай, скребочки, если мы на стену не повесим огромный портрет моего любимого футболиста, никакой ремонт я делать не буду. Понятно? Вешай. Вешаю. Вешай. Вот это я перданул, да. Вот до этого были обои. Что-то дрель у нас не работает. Да у тебя потому что рук нет. По чуть-чуть. Давай. Одной дырки хватит? Нет, конечно. О! На, держи. Портрет. Ты на что, на дырку портрет? Слушай, давай лучше мы этих соседей, мы им хату... Что? Спалим.
Мы что, идем да, на... Да чё? Ты смотри, у нас какой бы ремонт ни был, это все равно лучше, чем обугленные стены. Все, пойдем, пойдем, пойдем. Да, пойдем. Ты поджигать на каблуках ходишь, да? Я бывший медвежатник. Вскрыть дверь для меня не проблема. Ну ты там возишься? У них тут как в кастрюле с клеем. Вообще. Не замок. Слышишь, открылся. Ветерок пошел. Давай. Давай. Какая квартира? Давай, хватит любоваться, давай. Смотри, у них магнитофон новый. А я и не знал. А песни старые. Вообще, словосочетание «новый магнитофон» последний раз году в 99-м говорили. «Новый магнитофон». Давай, давай, ну что ты ждешь? Не поднимается рука эта. Я рука горит. Я горю, я горю, туши! Ты слышишь? Мне кажется, они полицию вызвали, слышишь? Да, участковый бежит. Вот так фуражку держит. Надо уходить. Уходим. Все, уходим. Закрывай. Каскадеры! Участвовать будут Дима Позов и Арсений Попов. Пожалуйста. Лучше! Рассказываю, как все будет происходить. Я дам ребятам тему для импровизации, и они начнут в этой импровизации всячески изгаляться. Потом, в какой-то момент, они подведут к какому-то действию, но это действие они выполнять не будут. Они скажут, что это действие, вместо них сделают... Каскадеры! Вы выбегаете, делаете это действие, после этого они возвращаются назад и продолжают свою импровизацию. Итак, кстати, мы все время предлагаем гостям выбрать, кто кого будет, кто чей будет каскадер. Выберите вы, ребята, сегодня. Ну, Юля, конечно. А я хотел Юлю. Все хотели Юлю. А я опять опоздал. Мы все хотели Юлю. Не, ну, тогда я вообще-то это подыграл тебе, я хотел Лёху. Вы можете пойти на место каскадеров. Да, Шастун, покажи, где место каскадеров. Да, да. Так идите вот здесь туда, вот. Вас Антон поставит. Там, пожалуйста. Вы два ДПСника, которые пробираются в гаражный кооператив с целью найти машину, внутри которой есть регистратор, на которой записано, как вы брали взятку. Надо все это стереть. Поехали. Лена, я тебе можем просто сказать, что это не мы. Мне просто ходить впадло, ты знаешь меня. Ой, ё-моё. Ты переживаешь, я вижу. Ё-моё. Ладно, пойдем, только надо как-то через кустики, чтобы нас не видно было. А я через кустики, знаешь, как и тебя научу? Ты не думай, это пусть это вместо нас сделают каскадеры! Стоп! Ладно. Ну, можно и так, только вот тут прям след теперь через кусты от вас остался. Давай поправим кусты. Давай. Ты что, в натуре? Пойдем взламывать гараж. Давайте. Так, а что, я его шмальну с пестика? Ну. А шум? Соседи сбегутся. Вот молодец ты, что в институт ходил. Я просто дверь с петель сниму, да и все. Пусть это делают каскадеры!
горы! Что надо делать? Дверь с петель снимать! Ты! Вот это фонтан, товарищ старшина! Надо провериться, что-то мне не нравится такая струя. А ты дверь-то снял с петель? А, этого ее тебе посмазали? Кислотой разъела. Еще пять сек? Вот прям разберемся. Все, не... Ты говоришь, я сниму дверь с петель. Ага. Я думаю, пасу. Так. Чисто случайно сикнул на петли. Так. Их разъела. Я говорю, провериться надо. Не к добру. Но дверь нейтрализована. Это плюс. Но вы, да? Я ее просто в стороночку. Сильный ты, конечно. Так, ну что? А вот тачку уже можно просто шмальнуть. А тут не слышно. Ну, может, в гараже? А тут ничего нет. Это, сука, регистратор домой, что ли, забирай? В принципе, я еще ссать хочу, я могу... Я уверен, он его просто спрятал куда-то. Всю тачку обыщем, всю ее разберем, вверх дном перевернем, каждый коврик, я в каждую обшивку заглянем. Только пусть это делают. Каскадеры! Коваленко! Шеф, а вы думаете, у меня в заднем кармане регистратор? Коваленко! А вы что, без трусов? Я извиняюсь. Да что там, машину обыскивал? Не? Ладно. Действительно, не время. А давайте тачку эту угоним, и пусть она там разобьется где-нибудь. Или гараж сожжем. Как эти придурки из 35-го дома, да? Давай, все на них подумают! Я знаю этого урода! Он все ценные вещи в погреб, который в гараже прячет. Хорошо, только пусть в погреб лезут каскадеры! Стоп! А, знаете... Коваленко! Ау, ау. Коваленко! Ау! Отпускайте ниже! Ага. Я знаете, что подумал? Спускайтесь сюда! Спускайтесь! А вот тут уже, в подвале, давайте и потрахаемся! Только... Ресторан. Вы пойдете, сядете за столик какого-то странного ресторана, и как начнут валиться люди, работники, посетители, менеджеры, все кто угодно, которые вам будут как бы намекать, как называется этот странный ресторан. Мы вам сейчас включим здесь последние ваши альбомы. Так, ладно, давайте, смотрите. Плацкартная романтика, первый ресторан. Дотянуть до зарплаты. Дотянуть до зарплаты, понятно. И третье, вот именно в этой формулировке, пожалуйста, родственнички пожаловали. Тихо, тихо.
Я Виктор, ваш официант. Вот, пожалуйста, меню. Необычное местечко. Так, а вы курочку прям с фольгой съели, да? Одиннадцать. Как это вакханальная хрень. А что вешалку принесли? А вешалка сама пришла. Вообще-то я менеджер этого ресторана. И, слушайте, купите лотерейный билетик, а? Купите, покурите. Какой-то неудобный. Не-не-не. Корявый. Ничего неудобное. Не, а вот этот чувак сначала вот зашел. Ну, это... Ну, короче, это мы надолго. Пьяная. Да ж хватит тыкать моего мужа! Вы поели? Салфетки сдаем? Салфетки, говорю, сдаем? А, столовая? На чем? Ну вы сидите, приподнимаемся. Это же мне для других еще тоже. А, этот, секонд-хенд? Дамы и господа, сцена для вас. Шоу-программа. А что это? Не знаю. Такое ощущение, что Брежнев расстроился. Театр, может, какой-нибудь. Скульный. А что это? Что это было? Уважаемые, вы, если вдруг хотите в туалет, то лучше сейчас, потому что через полчаса мы закроем нас. Успеть до полудня что-нибудь, до чего-нибудь успеть? Я извиняюсь, а можете привстать? Да что ж такое? У меня там просто сумка, ребят. Все, садитесь. Так, дорогие вокзал, гости! Вокзал? Дорогие гости, через три минуты будем выносить блюда. Все, кто провожает, все. Выходим, выходим. А вы в туалет? Да. Очередь? Да, нет, стой. Коридор. Коридор. Не могли бы мне шоколадку вот там подать? У бойлера лежит. Будьте добры. У бойлера? Сейчас, секундочку. Ага. Подайте. Ты, кстати, молодая, могла бы уступить мне место. Нет, плацкарт, я не могу плацкарт, такое пропустить. Плацкарт? Да, но название ресторана не плацкарт. Извините, это вы не угадали бы, пока мы... Вот. Плацкартный бар? И розочка вам. Вот теперь идеально. Свечи. Ресторан. Плацкартная романтика. Вау! Вау! Спасибо. Ого! Круто! Давайте следующий. А еще? Конечно. Вы, конечно, шикуете. Вот ваша вода. Так. Леш, Юль, это, я у вас поживу чисто до 31-го. Чисто. Ну, что, можно? Ага, бедные, бедные друзья, что-то такое. Но ты в лицо-то мне это не говори. Дамы и господа, ваш заказ... горошинка, кукурузинка. Наслаждайтесь. Так. Голодный, голодный. Курица, борщ и десерт. Аванс, пожалуйста, мы без аванса не начинаем. Шоу-программа специально для вас. Микрозаймы под 15% годовых. Всего по одному документу. Ну... это явно связано со скупостью. Долг в кредит. Да. Нет, нет, что-то в кредит, что-то в долг. Мам, пап, а давайте у меня в школьной столовой поедим? У меня купоны есть. Или да научись вы, готовить. Все нормально, это только до 5 числа. 5 все получите, все. Ребят, мы реально тупые, да? Да. До зарплаты что-то связано. До зарплаты? Молодые люди, я извиняюсь, но вы вот в этот бокал пива уже третий час цедите. Может, как-то, я не знаю, другим место уступите? До дотянуть до зарплаты? Да! Офигеть! Классно! Так, ну что, погнали. Это опять я. Да мы видим, ё-моё. Говорила я тебе. А ты что сидишь, пялишься?
Не рад? Ох, Лёша, Юля, дайте я с вами сяду. Ой, какие румяные, двигайтесь, чего вы двигаетесь? Ага. Ой, какие, посмотри, красивые, ой, какой стала. Что будете заказывать? Бабушкина, что-то с бабушкой связано. Ой, смотрите, вот ваш заказ. Тёщечка, тестечек. Невесточка. Маленькие родственники. Родственные малости. Значит так, простите, вы просили прозвать менеджера, пожалуйста. Троюрный деверь по бабушкиной линии. Пожалуйста. Вы просили позвать охрану. Пожалуйста. Что-то с некровными. Двоюродная сестра бабушкиной тещи. Вот, пожалуйста. Некровная, что ли? И они, да? Все у вас здесь. Дальние родственники. Маленькие. Маленькие дальние родственники. То есть нет. Забираем тетю. Не тетю, а тетечку и дядечку. Нет. А, прах, с прахом что-то связано, да? Молодые люди, прошло полчаса, вы ничего не заказываете. Сидите, извините, воду пьете. Если вам что-то не нравится, вы можете пожаловаться. Я принесу вам жалобную книгу. Жалостливые родственники. Ребятишки, предлагаю взять машинку, поехать в караоке-барчик. Ваши жареные уменьшительно-ласкательные суффиксы, пожалуйста. Вот. Я же говорю, что это родственнички. Родственнички. Ой, ой, еле успели. Ай, смотри, похудела. Ох, конечно. Мы все у вас останемся. Вот, да мы вас не стесним. Вот это, да. вот это у вас... Да между вами и ляжем. Можно мы у вас поживем? Ну, пожалуйста. Родственнички пожаловали. Это Юлия Ковальчук, это Алексей Чумаков. Громкий разговор. Сереж, я тебя поздравляю. Так как у нас сегодня два гостя, ты можешь просто отдохнуть и понаслаждаться. Смотрите, как все произойдет. Я дам вам тему для импровизации. Антон Шастун будет руководить этой импровизацией, но на вас будут надеты наушники, и вы не будете слышать ни слова. Но при этом, при всем, вы не должны выпадать из действия и должны досконально понимать, что происходит. Итак, Шаст, ты психолог. Дай угадаю, они пара. Да, они пара, которая пришла к психологу, чтобы перезагрузить свои взаимоотношения. Поехали, громкий разговор. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. 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 Вы слишком счастливые для людей, которые разводятся. Вы слишком радостные для людей, которые разводятся. Вы слишком радостные вокруг для людей. Говорит, кругом надо. Ты думаешь, что-то... я его не слышу? Тебя слышу, что ли? Что ты на меня орешь? Я не понимаю, о чем. Вот! Проблема в вашей семье в том, что вы друг друга не слышите. Конечно. Идите. Вы слишком счастливые. А зачем мы слишком, пришли? Слишком счастливые. Счастливые. Для зачем, людей, говорит, которые разводятся. Зачем, говорит, слишком счастливые для людей, чувак, которые разводятся. Чувак, у тебя что-то со ртом. Так. Так, во-первых, встаньте чуть подальше. Встаньте сюда. Чуть подальше. Значит так, для начала скажите, в чем ваша проблема. Все наши проблемы. Да. Надо говорить что-то о проблемах. Да, проблемы. Какие у вас проблемы? Мягкий, тоненький, но... Не продолжайте. Я понял, в чем основная проблема. Я не знаю, что он говорит, но он все время опаздывает. А-а-а. То есть... Мало того, что мягкий, еще и не вовремя. Я понимаю. Не вовремя. Так и запишите, опаздывает. Хорошо, хорошо, не волнуйтесь. Для начала... Для вас небольшой тренинг. Небольшой тренинг. Объясните это супруге. Я молчу, она делает. Нет, супруга не понимает. Тренинг. Тренинг небольшой, как и все. То, что небольшой, я уже признался. Так.
Ваша супруга не хочет понимать. Моя супруга не хочет понимать. Тренинг. Так я из-за этого и развожусь с ней. Ну вот. Хорошо, небольшой тренинг. Небольшой тренинг. Тренинг. Вы должны сказать друг другу. Вы должны сказать друг другу. По три комплимента. По три предмета. По ролям мы должны что-то сыграть. Ролевые игры. Нет, нет. Скажите друг другу по три комплимента. И все, по три... По три приметы? По комплимента! Каким... Да, баба с пустыми ведрами к расставанию! Нет! Три комплимента! Я не... Три комплимента! Друг другу скажите, три комплимента! Три комплимента! Три комплимента, три... скажите супруге! Три комплимента! Три комплимента! Да! Скажите друг другу! Начинай! Друг другу. Тебе три комплимента! Ты красавчик! Раз! Я красавчик! Ты красавчик! Ты секси-красавчик. 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 Второе. Запоминай. Ты секси-красавчик, который хорошо поет. Поет. Пою. Да. Я хорошо пою. Ты секси-красавчик, который хорошо поет. Я пою во время секса? Нет, ты не... Молодые люди! Твоя не знаю. Все, мне не интересно, поете во время секса или нет. Отлично, очень хорошо. Я не пою во время секса. Теперь вы. Теперь вы. Это был не я. Мужчина! А мне... Нет. Что? Теперь вы, три комплимента. Нет. А, теперь я. Теперь вы, да. Ты. Я. Уникально. Офигительно. Уникально. Уникально. Куртизанка? Боже мой. Это удивительный случай. Я с вами Нобелевскую премию получу. Уникально. 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 Все, достаточно. Сейчас мы едем с вами на медитацию. На медитацию едем? На медитацию. Упражнение? Чё? Нет. Он сказал... Медитация! На медитация! Медитацию. Медитация! Медитация! Он хочет медитацию! Медитация! На медитацию! Медитация! Выходим в парк. Проходим. Медитацию. Проходим. Это парк. Парк, парк, птички поют, парк. Пальмы, пальмы кругом. Парк, 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 парк. Какие? Кто же мне пальмы? Какие мы в Балашихе? Я поняла, пальмы кругом. Парк. Парк, 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 парк. Вот, видите? Вы уже друг друга слышите. Вы подходите сюда. Вы становитесь там. Поворачивайте лицом к друг другу. Лицом, лицом. Теперь вы. Теперь мы. Делаете вот так. Закрывайте глаза. Закрывай глаза. Закрывайте глаза. Вот как глаза. Я буду читать по губам, закрывай. Если я глаза закрываю. А как мы будем тебя слышать? Вы меня услышите? Интересненькое дело. Вы закроете глаза и должны найти друг друга в этом парке. Что делать? Найти друг друга в этом парке. Найти друг друга в этом парке. Найти друг друга в этом парке. Найти друг друга в этом парке закрытыми глазами. Закрывайте! Закрывайте! Удачи! Уже искала... О! Нашла! Это Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Осталось только как-то импровизационно попрощаться тоже. Короче, смотрите. Ты жених, ты невеста. Вы со стороны жениха, мы со стороны невесты. И у нас свадебная непонятка.